Сразу забегут. Они понимают, что это прикол сейчас. Сейчас все подойдут. Первые, кто к нам подошли, индийские буйволы. Эту девочку зовут Лорочка. Кормите, кормите. Буйволы входят в пятерку опаснейших животных на планете. И поверьте, если вы им насолите, они могут месяцами запоминать ваши маршруты, а потом ставить на вас засады. Они найдут по специальным сетям. Также к нам подошла девочка по имени Варя. Вымирающий вид венгерской пуховой свиньи, аккуратно. Это индийские зебу. Мальчика зовут Семочка. Выставляйте боксы, не стесняйтесь. Подкормите этого мальчика, зовут Сириус. Где ваши боксы? Давайте, давайте, не жалейте, сейчас все соберутся. Подкормите гуанаку. Именно гуанак приручили инки, а домашние пальчики берегите, юноша. Вот он перед вами, да. Зовут мальчика Оникс. Выставляйте боксы. Давай, аккуратно. Сейчас подходит каравелла. Подкорми ее. Очень аккуратно. Рога. Родители, следите внимательно. Это молодая самка индийского зебу. Выставляйте бокс. Давайте, давайте, давайте. Сейчас все соберутся. Индийские зебу. Сейчас, сейчас. Друзья мои, не спешите, мы никуда вас не будем торопить. Сейчас. Я смотрю, что Лорочка облюбовала ваш автобус. Сейчас подойдет Гоша. Лорочка, кормящая мать. Сейчас, не спешите, друзья. Как много баночек со всех сторон. Не волнуйтесь, да? Вот так. Это... Погладьте это животное, именно это животное в Индии считается священным. Сейчас. Это мое сокровище. Друзья, если вы хотите подкормить африканского страуса, держите боксик чуть повыше. Сейчас, уже один под колесами. Помните, ваши боксы еще в верхней части. Это не олень, это вид, который так и называется. Европейская лань. Итак, друзья, аккуратно, не бойся, ее зовут Каравелла, она весит всего 770 килограмм. Андрей, давайте, не спать. Итак, друзья, давайте знакомиться. Североафриканские ослы-альбиносы. Всего 90 голов на весь земной шар. Живут они на острове Азинара. Остров находится под юрисдикцией Италии, поэтому мальчика зовут Альбана. Девочку зовут Рамина, а их сыночка зовут Алессио. Алессио – гибрид. Дело в том, что самка пришла к нам в положение и была на передержке в Карачаево-Черкесии. И вы знаете, когда появился малыш, я немного расстроился, но потом обратил внимание на крест на его спине. Считается, что именно на таком осле Иисус въехал в Иерусалим.